Утром среды напротив торгового центра «Выбор» на пешеходном переходе автолюбитель на «Ауди» сбил 27-летнюю женщину. Горожанка успела сделать всего несколько шагов по зебре. О здоровье пострадавшей сильно переживала ее мать. Женщины расстались за несколько минут до наезда. Дочь заходила в автосалон, где родственница работает в службе клининга, одолжить денег. А после и сама поспешила на работу. Она меня пошла, мама, деньги дай мне немного. Я сказала, хорошо, я дам деньги ее. Сказали, еще не знаю, надо рентген сделать, сказала. Она что здесь делала, подошла? Она на работу едет. Она сказала, я красный пошла. Пострадавшую доставили в больницу. Женщина считала себя виноватой в случившемся. Однако сбивший ее водитель Ауди признался, что выехал на зебру, когда ему уже горел запрещающий. Удостовериться в этом позволяет запись видеорегистратора очевидца наезда. 50-летний владелец дорогостоящей иномарки двигался справа от автомобиля автора записи. И в отличие от него, напрочь проигнорировал смену цветовых сигналов светофора. На вопрос, почему это случилось, мужчина с 25-летним водительским стажем ответил односложно – отвлекся. На что именно, уточнять не пожелал. Несмотря на явную вину автомобилиста, нельзя не отметить тот факт, что пострадавшая женщина тоже допустила легкомыслие, поспешно шагнув на дорогу за секунду до того, как ей загорелся зеленый. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.